Прошу. Опять овсянка. Вот не надо так вздыхать. Станешь взрослым мужчиной, будешь благодарен мне за эту овсянку. Потому что у всех взрослых гастриты, язвы. Когда я учился в школе, ты говорил тоже про студентов. Когда был маленьким, про школьников. И что это меняет? Вот поэтому у тебя до сих пор нет язвы, что я каждое утро варю тебе овсянку. Ешь побыстрее, ты же опоздаешь. Нет, конечно, я могла бы насыпать тебе хлопьев, поджарить сосиски. Но я понимаю, что для тебя лучше. А я, если ты забыл, доктор химических наук. Я могла бы заниматься своими делами. У меня их, слава богу, полно. Нет. Конечно, я не лечу больных детей в Камбодже там, или в Бангладеш, как твой отец. Я занимаюсь одним ребенком, но зато своим и родным. И делаю все, что в моих силах. Ой, вообще, я не понимаю, ну о чем можно дружить с этой Майей? Ты меня совсем не жалеешь. Мы просто работаем вместе. Ага, конечно. Ты думаешь, я не понимаю, какие у вас отношения, да? Мне тоже было 20 лет. 25. Господи, ну как ты не понимаешь? Она же просто сделала на тебя ставку. Перспективный мальчик из хорошей семьи. Так, все, я побежал. Держи. Я все равно забуду. Я буду звонить тебе каждые 2 часа. С тобой спорить? Бесполезно. А фитотерапия, между прочим, требует дисциплины. А если ты не возьмешь трубку, я перезвоню. Хорошо, хорошо. Так, это что такое? Это домработница. Забыла, она окна мыла. Мы с Ирочкой сегодня идем в театр. Между прочим, на Бориса Годунова. Я тоже должен? Конечно, нет. Настоящее искусство тебе, увы, пока не по зубам. Я просто предупреждаю. Все, я побежал. Родители против. 3 дня на море, 3! Но они беспокоятся за меня. То, чего не боятся, может где угодно произойти. Ну что я могу поделать? А может наврать? Я вот наврал, что у меня командировка. Зачем же врать? Май, подожди. Приезжай ко мне вечером. Тетя будет в театре. И я сказал, что у нас общий проект. Ладно. Опять наврал? Нас могут увидеть. Как преступники, скрываемся. Доброе утро. Доброе. Здрасте. Слушаю. Леончик, а что случилось? Ненавижу. Эти секретарши болеют постоянно. Я за сегодня наксерил документов больше, чем за всю жизнь. А я, между прочим, зам генерального. Ну, так давай найдем тех, которые не болеют. Слушай, что у тебя с отчетом? Сроки поджимай. Сегодня к вечеру сдам.
Черт возьми. Макс! Я здесь. Что? Немедленно почини эту хрень. Да, конечно. Один момент, Денис Сергеевич. Сколько можно просить? Или, может быть, мне уже начать требовать, чтобы хоть что-то кто-то здесь начал делать? Привет. Привет. Наташ, привет. А что с Нюнчиком-то опять? А ты чего такая? С мужем поругалась? Все, выгнала. Что, совсем? Баба, с вуза кобыли легче. Вот ты, Майка, ты счастливый человек, что у тебя никого нет. И не спеши. Потом будешь вспоминать это одинокое время со слезами. Наташ. Все придурки, все. Обманывают, бросают, денег не дают. Ну, перестань. Ну, есть еще добрый, верный, надежный. Ну, тешь себя иллюзиями. Верных мужчин не бывает. Да бывает. Есть еще хорошие мальчики. Хорошие мальчики? Это самый ужас. Ладно. Слушайте, а что с Лунчиком сегодня? Да забей, 100 пудов личные проблемы на нас срывает. Завтра по-любому ничего не вспомнит. Дожить бы до вечера. Ясно. Да, я вас слушаю. Аллы бы удар хватил. Это смотреть даже вредно, не то, что это есть. Алла Даниловна и так меня не любит. Не преувеличивай. Я ее боюсь. Ну прекрати. Я правда очень хотел, чтобы ты пришла. Лучше бы ко мне поехали. А то я здесь чувствую себя как-то некомфортно. Здрасте. Алла Даниловна здесь живет? Здрасте. Да. А вы кто? Я Лера. Дочь ее аспирантки Сони из Волгограда. Алла Даниловна меня пригласила, а телефон отключила. Аспирантки Сони? Да. Ах, да. Алла в театре. А-а-а, так ее нет. Угу. Ну ладно, я тогда попозже. Подожди, куда же пойдете? Ну, не знаю, на лавочке посижу. Нет, ну это как-то неудобно. Пожалуйста, проходите. А, я Костя, а это Майя. Да, правда, спасибо. Проходите, пожалуйста. Ой, столько всего навезла, мама там мед сделала, варенье. Я пойду. Ты-то куда пойдешь? Какая-то Лера. И что? Пойдем. Ну, пойдем. Вареница. Вы ешьте, ешьте. Это я все сама пекла. У нас летом все цветет и созревает. Персики, яблоки, сливы, абрикосы, девушки. Мама варенье делает. Все вокруг бегают, пену снимают. А вы начальником работаете, да? Я никогда в жизни начальников не видела. Да нет, что вы, я не начальник. Так просто старший менеджер по продажам. Как интересно. Ничего интересного, обычная работа. А вы как-то совсем пирожки не едите? Я смотрю, вы пиццу купили. Я вот магазинную не люблю. Сама пиццу пеку, я вам завтра сделаю, как попробуйте, магазинную не в жизни купите. Ой. Лер, простите, вы у нас ночевать останетесь? Ну, конечно, меня Алла Даниловна пожить пригласила. Да вы не волнуйтесь, я недолго, месяц, может быть, два. Как интересно. Это точно. Ой, это у меня. Могла хотя бы тебя предупредить. Ну, ничего страшного. Всего лишь месяц. А вот и Алла Даниловна поднимается. Я пошла. Сиди, сиди. Лерочка! Боже, какая же ты стала красавица! Господи, а навезла-то всего, навезла. Ал, могла и предупредить, что у нас гости будут. Да, Лера поживет у нас. Костик, ну ты же уступишь свою комнату гости.
поспит в гостиной на диване. Домашним мальчикам полезно иногда испытывать неудобства. А вы уже уходите. До свидания. До свидания. Я провожу. Костя, Константин. Ну что? Ну, у нас же гости. Ну. Я быстро. Ну-с, будем тебя устраивать. Да я сама все сделаю. Вы мне место покажите. Идем, я тебе покажу. Костик, ну это ж так просто, убрать за собой постель. Майя как испарилась вчера, и трубку не берет. Наверное, обиделась. Обиделась? На что? Ты ее практически выгнала. Когда? Я пришла, она уже уходила. Нет, если она обиделась на слово «до свидания», ей надо пить успокоительное. Костя, Алла Даниловна сказала, что ты не любишь кашу. Вот хочу заставить тебя ее полюбить. Сливы, варенье и миндаль. Спасибо. Вкусно. Правда, я рада. Я приготовлю красное и зеленое лобио, пару салатов, испеку пироги. А что еще нужно? Зачем? Как это зачем? К тебе коллеги приходят вечером. О боже, я забыл. А кто должен помнить, дорогой мой, это ваша дурацкая традиция. Я идиот. Из уважения к тебе не смею спорить. Ты ничего не купила, мне это тяжело. Ведь я тебя просила. Нет, ну кому вообще нужны эти корпоративы? Прости, прости, пожалуйста. Мне эти гости как в горле кости. Вот, а вот я только о них и мечтаю. Ну ладно, теперь уже поздно отменять, и неудобно. А мне еще отчет сдавать. Ну, придется как-то выкручиваться. Алла Даниловна, Костик, давайте я вам помогу. Я обожаю готовить. Могу делать курицу с лисичками или форель в сливках. Даже в магазин схожу. Нет, нет, Лер, что вы. Можно на «ты»? Все равно не надо жертв. Да какие жертвы? Вы меня приютили, поселили. Мне только в радость будет, а народ все равно придет. Вообще, Лера права. Мы все приготовим. Вдвоем нам это вполне по силе. Ну, конечно. Лер, нет слов. Да мне совсем не трудно. Спасибо. Прямо гора с плеч. Костя, не беспокойся, я знаю, у мужчин есть заботы поважнее готовки. Спасибо. Спасибо огромное. До вечера. До вечера. Нашла, представляете, я думала, я их потеряла. Все идет по плану. Как же хорошо, что Ирочка мне тебя порекомендовала. Ну-ка, присядь. А то ты знаешь, так трудно одной вести хозяйство. Костик, это же чистейшей воды ребенок, тарелку за собой не помоет. Да, Даниловна, я вас понимаю. Тут такое дело, я с квартиры, в которой жила, съехала. Ну и прекрасно, ты же будешь жить у нас. И мне надо к маме в Волгоград съездить, она болеет сильно. И к маме поедешь. Ты мне помогаешь, я тебе. Ты не забыла, что твоя мама моя аспирантка? Да, я так и сказала. Угу. Нам надо еще тебя на работу Костику устроить. На работу? Угу. Так я же не умею ничего, я разве что по уборке. Пустяки, придумаем что-нибудь. Надо, чтобы вы чаще виделись. Нам надо его хорошенько растормошить, чтобы он увидел, что на свете много женщин, кроме этой его дурочки с работы. Загрустила? Нет, нет, вы правы. Кстати, я приготовила деньги, отправишь маме, ну, на лекарства, на фрукты. Там вообще есть кому за продуктами ходить? Да, спасибо, Алла Даниловна, вот такая добрая. Там соседка и одноклассница моя. Все будет хорошо. Спасибо. Сегодня к черту все диеты. Дашь рецепт? Лера, а что ты сюда добавила? Розмарин? Лера, за тебя.
Да нет, ребят, ну это обычная готовка. Готовить-то все умеют. Давайте лучше выпьем за хозяйку дома. Я Алле Даниловне прямо всем обязана. Спасибо. Ребятки, спасибо вам огромное. За вас. Спасибо. Лера, а давай теперь за тебя. Нет, давайте за Константина. Он же хозяин. И просто добрый и отзывчивый парень. Мне вообще везет на хороших людей. Это, Лера, потому что ты сама хорошая. Все любят веселых, красивых девушек. А если они еще и готовят... Так, Макс! Что-то я не понял. Ты куда вперед начальство лезешь? Так, Сергеич, тут мы с тобой оба лузеры, поскольку живет-то Лера все равно у Костика. Да, да. Лера, спасибо тебе огромное. Я поехал, ребят. Хорошего вам вечера. Давай. Пока. Удачи. Ну что, давайте горячие мальчики поможете? Запросто. Ну? Мать, ты чего такая грустная? Ну, зато все остальные веселые. Что-нибудь случилось? Да так, голова чуть-чуть разболелась. Скоро пройдет. Да? Не, это я такими тропами снова опять в спортзал должен завтра идти. Это же невозможно не есть. Я уже хочу. Сейчас. Очень горячо. Алла, у моей голова разболелась. У нас есть таблетка? С больной головой надо дома сидеть, а не по гостям расхожу. Ну, конечно, я принесу эту таблетку. Спасибо. Лера, завтра же приходи к нам в офис. Найдем для тебя какое-нибудь дело. Хорошо. Лер, а у тебя с техникой как? Ну, с ксероксом обращаться умеешь? Да я вообще все умею, Макс. А чего не умею, тому научусь. Спасибо. Леонид Сергеевич, можно с вами? Пи-пи-пи-пи. Хорошо, Лёнь. Спасибо. Кость. Сейчас, на секундочку. Алла Данилова. До свидания. До свидания. Алла Данилова. Ленечка. Так душевно посидела. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Да это все Лерочка. Я сама сегодня здесь как гость. Все было прекрасно. Спасибо. Волшебно. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания, мальчики. Приходите. Конечно. До свидания. Пока. Костик, насчет работы я не шутил. Завтра приезжайте с Лерой. Жду вас к обеду. Спасибо. Я мою провожу. Подожди, а как же уборка, грязная посуда? Я мухой. Не волнуйтесь, Алла Данила, я все сделаю, все уберу. Посуду помою. Я тебя зачем позвала? Посудомойкой? Твоя задача – отвлекать Костика от этой бессмысленной девицы. Алла Даниловна, все будет. Надо быть аккуратней. Вы же хотите, чтобы Костик остался при вас? При мне? Мне-то он зачем? Я же не о себе думаю, а о нем. Я хочу, чтобы Костя женился на хорошей девушке, с хорошей семьей. Хорошо, он про эту Маю через месяц и не вспомнит. Зачем давить? Тише едешь, дальше будешь. Лер, ты че грустная какая-то? Да накатило как-то. У меня же мама болеет. Онкология 4-й стадии. Все деньги на лекарства уходят. Я в долгах вся, и вместо того, чтобы с ней сидеть напоследок, приходится
работу искать. Ты извини, я обычно не гружу своими проблемами, просто как тосклив стал. Только ты Алле Даниловне не говори, ладно? Она расстроится. Конечно, конечно. А может, нужно в Москве врача поискать? Да нет, спасибо. Мама из Волгограда уже никуда не поедет. Прошу. Лера, привет. Ой, привет. Лера, привет. Отлично выглядишь. Макс, Лера твоя приехала. Пирожки вчера были просто супер. А салат обалдеть, Лероч. Обалдеть. Кстати, ты мне рецепт обещала. Обязательно. Лерочка, привет. Ой, здравствуйте. Привет, Костя. Привет. Значит, пока будешь у нас на подхвате. Значит, сегодня нужно отсканировать вот эту коробку с документами. Подготовишь для брифинга зал заседаний, покажешь? Конечно. Ну, а завтра еще какая-нибудь работа найдется. Ну, а потом что-нибудь тебе подыщем. Да, чуть не забыл. Сегодня Майя тебя протестирует, и это простая формальность. Передашь Майе? Все, я уехал на встречу. Спасибо большое. Юлечка, проводи, пожалуйста, Леру в мой кабинет. Хорошо. Вещи пока там полежат. А я вернусь с обеда, и мы решим, что с ними делать. Окей? Хорошо. Ничего не говори. Я вдыхаю твой волос. А повезло Лере. Только приехала в Москву, и тут же работка подвернулась. Наверное, квартиру сейчас будет искать. Не знаю. Извини, что не заехал. Просто не успевал. Долго она будет у тебя жить? Да какая разница? Слушай, пошли в кино. 100 лет там не были. Я схожу с тобой в кино. И куда угодно схожу. Ты мне просто скажи, как долго Лера будет у тебя жить. Майя, у меня там проблем выше крыши. Мама умирает. Не знаю, недолго. Майя, мне ты нужна. Понимаешь? Ты. Ты что, русского языка не понимаешь? Не звони мне. Пока не звони. Что? Я же сказала, 2 дня. Да, мы все решили. Подожди, 2 дня. Все. Пока. Лера, можно сумочку убрать? Да, конечно. Леонид Сергеевич попросил вас протестировать, посмотреть, что вы умеете делать. Хорошо. Ну, хорошо. А что-то вы умеете делать? В Excel, в консультанте. 1С работали? В Excel. Ну, я думаю, это несложно. Научусь, я вообще сообразительная. Угу. А с презентациями как? С презентациями? Что-нибудь еще? Спасибо, девушка. Посчитайте, пожалуйста. Хорошо. Кость, ты даже ешь без удовольствия. Совсем в офисе закис. Я после тренировки все сметаю. Особенно с конкурными. Помнишь еще? Мои только подавать успевают. Да не в этом дело, Митя. А в чем? В чем? Девушка тебе нужна. Хотя с твоей теткой, помню я ее, под кожу залезет. Да нормальная она. Одинокая просто. И кроме меня любить-то и некого. Ты смотри, как бы ты сам одиноким не стал. Время-то идет. Вообще, есть одна. Ну?
Чё, ну? Торможу. Боюсь ошибку сделать. А чё ты тормозишь-то? Ты же наездник. Или ты забыл, как с лошадьми управляться? Поводья взял и держишь. Да не хочу нахрапом. Понимаешь, она нежная. О. Мы с ней 4 месяца встречаемся, а я поцеловать толком боюсь. 4 месяца? Кость, ты влюбился. Могу тебя поздравить. Похоже, что да. Это очень хорошо. Любовь — это... это хорошо. Но тем более надо двигаться. Любовь — это постоянное движение. Да я робею перед ней. Костя, слушай меня. План такой. Мы с Катей детей раскидали по бабушкам. Сегодня вечеринка. Приходи. Бери свою даму сердца, выпьешь, потанцуешь. Все сдвинется у вас с мертвой точки. Обещаешь? Обещаю. Все, заметно. Что-то мы с тобой засиделись. У тебя тоже обед на резину? Mm-hmm. Так, все, до вечера. Давай, да. Пожалуйста, ваш счет. Угу. Спасибо. Мне все ясно. То есть я могу уходить? Да, конечно. Это что за чучело? Новенькое. Образования нет, языков не знает, навыков тоже. Зато цепкая. Ну и пошла тогда лесом. А что ты вообще в кабинете Костика делаешь? Ленечка попросил протестировать новенькую. Угу. И откуда эта новенькая? Как и ты. Из Волгограда. Значит, скажи Ленечку, что у нас для волгоградских мест уже нет. Я бы сказала, но не могу. Костик подумает, что я из ревности. Подожди, что-то не поняла, а при чем тут Костик? И почему я ничего не знаю? Теперь знаешь. Ну, у нас пока ничего нет, только все развивается. А тут эта Лера приехала и заселилась к нему. С Костиком это, конечно, неожиданно. Кстати, где он? У него отчет нужен. Впрочем, ладно, потом. Рассказывай, что там у вас. Лер, что случилось? Все нормально. Правильно. Что правильно? Ничего не понимаю. Я не прошла собеседование. Майя, она такая строгая, и она права. Майя строгая? Я неподготовленная. Девочка с улицы, а фирма такая солидная. Я от страха все забыла. Ну что, я тоже забываю иногда. Не переживай, Лера. Ты будешь работать в нашей фирме. Незнакомый человек. Ну, скучаешь. Вот я так и знал. Стоило мне отвернуться, он уже клеит мою жену, да? Да ладно тебе. Ну, шучу тебя. Да ну вас. Да, мальчик. А я уже скоро домой поеду. Все, позвоню. Не понял. Еще ничего не было, ты уже оправдываешься? А может, было? Бог с тобой. Где Джульетта твоя, не пришла? Капулетти сегодня семейный ужин. Дядя приехал. И злобный дядя Капулетти потом меня разрубит на куски. Как рубит наш мясник свиную тушу. Ладно, отдыхай. Пойдем танцевать. О, не, я не танцую. Ну, а зачем ты тогда сюда пришел? Давай, не бойся, я не кусаюсь. Я правда занят. Скучно тебе. Ой,
спишь? Май, я так тебя люблю. Так, я вызову скорую. Нет, ни в коем случае, не надо никаких скорых. Не хватает мне еще только этих глупых врачей. У вас был корпоратив? Ты все-таки пил? Ой, это Майя, это... Да не был я с Майей. Не понимаю, почему так ополчилось на нее? Черт, лекарство кончилось. Я в аптеку. Нет, не надо, сядь. Я химик, а химик это почти врач. Я сама себя вылечу, сядь. А Майя... Костик, пора на работу, а то опоздаем. Лера, поезжай одна. Али, плохо, я дома останусь. Помощь нужна? Нет, спасибо, мы сами. Езжай. Угу. Все, что я хочу, это чтобы ты был счастлив. Чтоб ты женился на хорошей девушке из хорошей семьи, а не на абы ком из-под забора. Послушай, Майя очень хороший человек. Угу. И семья тоже хорошая у нее. Тебе рано еще жениться. Я пока не женюсь. И не женись. Или я сама найду тебе невесту. Или тебе заморочит голову какая-нибудь вот такая вот Майя. Костик, ты пойми, тебе надо самому подниматься вверх, а не тащить за собой какую-то никчемную жену. Ой, боже мой. Хорошо, хорошо. Давай не будем ссориться. Пожалуйста, приготовь мне горячего, сладкого чая. Хорошо, приготовлю. Только не волнуйся, прошу тебя. Я знаю, что делаю. Ничего ты не знаешь. Принеси мне горячего, сладкого чая. Берите, берите. Спасибо. Девчонки, присоединяйтесь. Отмечаем мой первый рабочий день. Майя, Наташ, ну где вы ходите? Давайте быстрее. Лер, а это что, не шампанское? Так рабочий день еще не кончился. Что значит не кончился? Рабочий день закончился. Всех отпускаем. Минуточку внимания. В общем, Лер, ты нам всем понравилась. Добро пожаловать. Ура! Ура! Спасибо. Ты лучшая. Поздравляю. Ребят, ура. Спасибо. У вас такой дружный коллектив. Мне это очень приятно. Я даже купила фикус Бенджамин. Он приносит удачу в финансовых делах. Поставлю его около своего рабочего места. Лер, если что-то вдруг будет непонятно, зови, не стесняйся. Всегда рад помочь. Ну, знаешь там, ксерокс закапризничает или компьютер подзависнет. Ну, или вон, за Бенджамином присмотреть, пока ты в отпуске. Хорошо, спасибо. Угощайтесь. Спасибо. Да, коллектив ей понравился. Может быть, у нее есть какие-то скрытые достоинства? Май, да, есть. Я даже подозреваю, какие именно. Привет. Привет. А что происходит? Линчик всех отпустил. О, привет, Костик. Привет. Пошли. Подожди. Ты где был? Лера сказала, что Альданил нехорошо. Как оно? Уже лучше. Пошли гулять. Неважно куда. И не будем делать вид, что идем в Росе. Ну, мы же с тобой договорились не афишировать наши отношения на работе. У нас не отношения. У нас любовь. Пошли. А куда мы пойдем? А это... Что ты делаешь? Иди сюда, пацан. Че ты трубки не берешь, а? Ты кто? Мне еще долго по дворам спонсора искать. Когда бабки будут? Мне нужно время. Лера, сколько? Не знаю, Гош, там... Ты че так вырядилась, а? Короче, если ты сама ко мне сегодня не придешь, я займусь этим сам. Поняла. Гоша, я же сказала, что сделаю. Значит, сделаю. Пойдем. Пойдем. Только не звони мне больше. Кругом же люди. Пойдем.
А почему ты одна? Андрей Константин? Я думала, вы вместе. А где он? Лера, ну мы же договаривались. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ты ходишь неизвестно где, одна, не с ним. Где он? Я не виновата, что Костик вам не звонит и не отчитывается. Звонит? Ну что у тебя с губой? Это простуда? Тогда не пользуйся нашими полотенцами. А лучше, чтобы твое полотенце висело бы вообще отдельно от нашего. А где же все-таки Костя? А вдруг он с Майей? Потому что, если он с Майей, это означает, что ты не выполняешь свою часть договора. И тогда я тебе тоже ничем не обязана. Я все устрою, все уговоры выполню. Я так все разрулю. Вы даже представить себе не можете. Привет. Костик, ну что это? Ну у тебя отключен телефон, я тебе обзвонилась. Не волнуйся, я был у Митяя. Мы с Аллой Даниловной так и подумали. Нет, ты должен пойти на этот концерт. Там будет много моих знакомых и, кстати, с детьми. Боже, какая дочка у Кожевниковых. Нет, ну вот как ты не понимаешь, что это же уникальная возможность живьем услышать Григоровского. Ему нет равных. Билеты на его концерты стоят бешеных денег. Он вчера прилетел из Токио, завтра он улетает в Нью-Йорк. Он работает с лучшими музыкантами мира. Мне сейчас не до концертов, завал на работе. Ой, нет, ну вот какой человек в здравом уме будет упускать такой шанс? Маленький, ты так охотно ходил со мной в филармонию. Я так надеялась, что ты вырастешь истинным ценителем прекрасного. Мальчиком ты был так восприимчив. Я помню, часами за чьей-то спиной и ужасно хочется спать. Но я правда очень занят. Да. Ой, Ирочка, да, 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 дорогая, извините. Врушка, нет у тебя никакого завала? Ну, серьезно, мне отчет готовить надо. Как у тебя глаза на лоб полезли, когда ты услышал про знакомых с дочками. Не волнуйся, я тебя не сдам. Но ты мне будешь должен. Так, цена. Покажи мне город. И все? Да. Ну, это легко. Пойдем на концерт сегодня. Григоровский в Москве. Да, я в курсе. Ты же хотела познакомиться с моими родителями. Они как раз все там будут. Да и вообще вся моя семья. А потом мы все вместе едем в ресторан. Май. Может, не так все официально, а? Давай как-нибудь зайду в гости, просто чаю попить. И там уже между делом. Я просто Митяй обещал с ремонтом помочь. Просто это будет такой хороший концерт. Да я знаю. Ну, ладно, обещал так обещал. Ничего страшного, обойдемся без концерта. И с родителями ты прав. Лучше неформально. Нас должны там ждать. Он точно подпишет? Ну, конечно. Мам, тут еще люди. Здравствуйте. А вы, наверное, к дяде. Ой, то есть к Григоровскому. Проходите. Проходите. Пожалуйста. Здравствуйте. Я стараюсь, Все, я перезвоню. Свет не включай, пожалуйста. Лера, а ты чего здесь? Да голова что-то разболелась. А, таблетку? Нет, я уже. На концерт таки не пошел. Чувствую себя Колобком.
и от бабушки ушел, и от дедушки. Тетя пригласила на концерт. Наплел, что работа. Туда же пригласила Майя. Наплел, что ремонт у друга. К другу зашел на 5 минут. Наплел, что встречаюсь с Майей. Короче, всем наврал и пришел домой. Чё-то я запуталась. Есть будешь? Даже не знаю. Я там наготовила. Только на кухню неохота идти. Давай прямо здесь. Я потом все уберу. Ну, давай. Спасибо. Он сейчас подойдет. Мальчик, это так все неожиданно. Как она у тебя за 2 секунды из этой девицы стала мальчиком? Мам, познакомься. Это Алла Даниловна, тетя Костика. А это мамина сестра Анастасия. Она, кстати, тоже лечится травмами. Я лечу столько травмами. Очень приятно встретить единомышленника. Все-таки я схожу за дядей и вернусь. Хорошо? Маечка действительно очень хорошая девочка. Костя прав. Странно у вас как-то. Все друг другу врут. Я так не привыкла. Как салатик? Не острый, я с приправами не переборщила? Нет, все очень хорошо. Слушай, а с Майей у вас вообще как? Серьезно? Я не знаю, может, у меня с головой что-то не так. Но такого не было никогда. Нет, у меня были девушки, но как-то все проще было. А с Майей... Серьезнее, что ли? Я все время сомневаюсь. Прости. Я бы на твоем месте так не парилась. Мне, например, некогда это делать. Жилья нет, образования нет. А работу найти надо. Деньги для мамы зарабатывать. Слушай, тарталетку-то попробуй. Но только надо прям сразу в рот, а то рассыпается. Так, так, аккуратно. Ой, у тебя здесь. Прости. А ты молодец. Держишься. А что делать, Кость? Юмор, он как капитан корабля. Должен покидать человека последним. Да. Вина налей, пожалуйста. За взаимопонимание. За него. Маечка чудная, правда? Такая утонченная, такая умница. Я всегда знала, что у Кости безупречный вкус. Алла, ты мне все уши прожужжала про то, как она тебе не нравится. Они прекрасная пара. Осенью сыграем свадьбу в Переделкино. У Григоровских шикарный дом. Ой, ну какая же изумительная. Какая изумительная семья. Это такая прекрасная пара. Дети так трогательно привязаны друг к другу. Да. Костя, конечно, будет потрясен. Ну, а куда ты денешь эту, ну, якобы дочку твоей аспирантки? Леру надо отправить домой, в Волгоград, к маме или куда там еще. Она же там где-то работала, в службе быта. Потом, честно говоря, ты знаешь, ну, я так устала от гостей. Потом, это Лера, это такая хабалка. Ее присутствие в доме уже просто невыносимо. Она переедет, уволится, у нее все будет хорошо. Может быть, конечно. Я, кажется, в ванной кран сорвала, и может случиться потоп. Аллу Даниловну как-то неудобно будет. Ты поможешь? Да, конечно. Конечно, Вадим. Какой ты молодец. Прекрати. Ты молодец, что разбудила. Попробуй.
Спасибо тебе. Правда, за все спасибо.